Сегодня второй день Пивиха Феста. Ю-ху! Радость! Вот это первая часть видео, которую вы посмотрели, это был Крюков. А вот это уже другой район. И нам еще ехать где-то 20 километров. Что ты выбираешь? Не могу определиться. Между алкоголем и алкоголем? Я надеюсь, это лужа не от счастья. Короче, как это выглядит? Вы покупаете здесь кофе в ВТБ, пьете, этот стаканчик несете на кассу и оплачиваете его на кассе. Вы ни за что не догадаетесь, где я. Такой, я на подсолнечном поле. Это была спонтанная идея, залезть на подсолнечное поле. Ну, типа, здесь очень прикольно, если так вот снизу посмотреть. Ну ладно, нам ехать надо на Пивиха Фест. Надо аккуратно не сломать ни один цветочек. Мы что-то не ожидали, что будет очень много людей, но паркинг забит. Еле нашли место, где припарковаться. Ага, я здесь первый раз, поэтому мне только что сказали, что здесь будет две сцены. Сюда нельзя приносить никакую еду, никакую воду, никакой алкоголь. Вообще ничего нельзя приносить, все надо покупать там. Атлас Викенди, и поэтому после этого мне кажется, что Пивиха Фест, он вообще очень маленький, очень слабенький. Чувствуется, конечно, что Украина бедная страна. Такие фесты, как бы, в Киеве, конечно, круче, а в маленьком городке, ну, тоже неплохо, что есть такой фест. Но, блин, это мне напомнило День Канады на минималках вообще. Перецепился через пруд, который просто так вот торчит. Обалденно. Вечер, Пивиха Фест продолжается, но, как по мне, это самый скучный фестивальчик, потому что он просто маленький, очень мало всего, чуть-чуть аттракционов, чуть-чуть песен, чуть-чуть музыки, я не знаю, чуть-чуть развлечений, но тут есть красивый вид, это радует. Но и есть большой плюс, это недалеко от нашего маленького города, и это большой плюс для нас, потому что сюда хоть что-то приезжает, это уже круто. Хочу добавить то, что сегодня еще на ночь приедет один известный исполнитель, это Онука. Я не фанат ее песен, но вживую послушать ее было круто. Это было несколько лет назад или год назад, я точно не помню, это был Атлас Викенд.
Там был покачественнее звук, побольше народу, и было классно. С завершением, бонусом, так назовем, бонусом, будет большой костер, так как сегодня еще совпало, что у нас сегодня Ивана Купала. Прикольно. Дихати. Хотіти. Є. Припиняти. Розмова. Є. Натискати. Відлік. Тільки. В общем, сколько сейчас? 12 ночи, закончился фест. Завтра еще один день феста. Завтра поездка на Киев. Так что на этом все. Всем пока.